пример большой, блядь, того, что инфраструктура не работает у нас в стране, туристическая вообще никак. В таких пещерах на Западе все грамотно положено, все сделано. Да? У меня вообще есть дикая идея, блядь. Причем, видишь, она вторая по... Третья. Третья по Европе и шестая в мире. Да. Вторая. Из малых. Да, ну, есть эти карстовые, здоровые, тебе вообще, блядь, там залы ебать какие надо. Сиськи, сиськи. Это оберег наш. Как на корабле, да? И тишина, блядь. И Анна только Чапман, мертвые, блядь, с косами стоят. Вот все, блядь. А мы потом, потом комментарий сверху наложим, блядь. Да? Погнали. Давай. Куречки. Я вообще-то попросил.